Убиваем. Просто человек заходит, принимается пати, суманим его, убиваем лича, и по команде он заходит. Ты лофаешься опять. Слушай, суманете меня квали, и я пока порту не сдал, почему. А здесь у меня перс на одном маке. Так же, что ли, типа, завел, лопнулся. Да. Можно я бы сказал, что я за эту камень сделаю. Давай потом, я же камень уже. Нет, ничего нет. Так, чек на пул. Сейчас там карта попьется. Самый сложный трэш в этом инсте. Если хочешь, я пул тут. Киллы тут, танки тут, погнали. Отойду на минуту. Осталось немного. Блять, я рад, пиздец. Даже дома не радуюсь этим шматкам. Да блять, короче, падаю. Я два года уже, наверное. Я вроде бы стролил одну, но мне ее не отправил никто. А почему нельзя хилу стоять возле ланы? Притык прям. И что случается? Ты ж не будешь себя доставать хилить. Я наверное. Да, достает. Нормально. Достает себя? Олег, прошлую печеньку ты кому отдал? Кому? Никому ничего не отдавал. Пала и слайма отдали вроде от веры. Какую печеньку? Напала? Да. Никому не отдавал. Сагрили эту. Играйте в звезду, потом кружок. Отходим от мобов с АУЕ дамагом. Давай Саку. Филипец, два гимна мана, играйте. На ману, но есть на ману. Я хотел Дим на хп. Я на хп давал. Все хуже Дим на КД на хп? Нет. Давай для профилактики спой. Так, убили. Ну и Влада не пой тогда. Поздно. Так и быть. Ну. Споешь тогда на... Валитри еще разок, скажешь просто что КД. Если хочешь, Олег, я могу вовремя свалить и сделать холи пала. Не надо. А? Не надо, это время. Ну этот, ты весь тут сланы забрал? Да, печеньку забрал. Печенька надо кому-то? А с салфанга можешь отдать? А что, да, это бери. Напала, которая идет. Я тебе накидывал где-то за ним, да? Ты мне даже и не отдал. Не накидывал ничего. Ты забыл, значит. Ты мне даже не отдал, Олег. Не знаю, но ты лучше побей сейчас трэш, не отвлекай меня, пока мы будем трэш, ладно? Ну, Майк, как выглядит? На Вальке уже раздадим лут. Блять, я не того взял. Я сразу предупрежу, это в идеале. Я сейчас просто поменял место, где я играю. Тут интернет не айс. То есть у меня уже раз в пятый такая фигня, что подвисает, когда мы говорим, надо менять придется ничего. Ну помолимся, чтобы не подвисало. А, да. Так, кстати, пока напомнили. Короче, я тут переехал, блядь, говорят, тут у меня инет нахуй вырубается, типа. 12 часов. Не заметил, я тебя кидаю инвайт, ты сразу не сразу пропадаешь, куда ты не заходишь больше. Короче, я тебе говорю, тут ебатория. Да, ну такая же фигня бывает. Комендантский час. Эх, хуй не знаю. Хоть он запрыгнул. Я скажу. У меня не лагает. У меня все нормально. А колье сколько ГП идет вообще? 78. 700? 3-8-9.
меня когти не работают. И когти есть. Типа, блядь, это эсхандры, блядь, когти. Она должна у меня дух какого-то призывать, нахуй. Она нихуя не призывает. А ты, Олег, за кого болеешь? За справедливость. Олег, справедливость. Это хорошее дело. За Европу, блин. Давайте собрали. Вот это сказал? Вот это правильно, говорю. Не понялся, ну, чемпионат мира по хоккею. Американцев и канадцев турнули, блядь. Давайте побольше хилов. Что-то нас проливали, что ли, уже? Да, у нас вроде некого спикать. Я время дал сделать холи спик, пока ты решат чистить. Ну, кажется, я третью печеньку в профи оставил. Теперь так... Ну ладно, тогда я захожу на хила. Не кикай только, не в чего. Ты добычу поставь хоть на кого-нибудь. Кто еще может на хила зайти? Ставь шкаф сразу. Я могу на шаман, например. Заходи. Если не жалко КД, заходи. Быстрее за хилом. Только не левая рога, просто перекидывая всех людей, кто заходит на хилов в шестую пати. Я могу ДЦ зайти, но он там 5,7. Нет, я уже полчаса ору сумму. Я не слышал. Морал где-то. Ставьте шкаф. Может, микрофон у тебя не работает. С доллара надо лететь. Давайте шкаф ставим. Ягер тоже пусть заходит, шаман. Не надо. Хватит уже и 4 хилов. Мы так 5 целками соберем опять. Сейчас я лагану немного. Мне на этом пале даже есть второй сет. Только не кидай частицу на валю, я покидаю. Хорошо. Смотри, какой профит. На вали три есть смысл убивать во все шмотки СПД? Да, да, конечно. Я собрал второй сет. И вбил туда СПД. Так, надо только вспомнить, как хилить. Только тринку я бы оставил одну талисман восстановления вместо счета. Это уже просто на настройки сета. Надо поменять. Макгрегор, он остался в профи. Ну, давай там чекай, погнали. Я просто помолчу по хилю. МКшки на палах, ничего на дно. Все готовы. Подожди секунду, ПВМ, я забыл, ну, по три денег надо. Переключите коня на лед. Тут стреляют льдом эти скелеты. Анти. Им нужен конь в порталах, вроде, нет? Три ауру потом уберете, поставьте фрост. Я тоже буду порталом. Все, ты готов, Олег? Да, готов. Погнали.
покидайте пряности на валю, кого есть. Подавлением. Угу. Я покидаю. Огненно вышло. Ухода. Давление сейчас будет. 3 справа. 3 слева. Все слева. Также уходу. А кто позади, там просто позади и также кроет, ну хочет с собой, чтобы не летели. Огненный, смотри. Подавление сейчас будет. Справа подавление. Надо подождать. Позади и спереди собирайтесь. Я пока не могу использовать эту способность. Подавление. Входа сейчас. Слева подавление. Справа 8 штук. 4. У входа собираемся. Я потерял. Тема, не забывай ставить, а то каст маленький. Давайте еще в одни зайдем в следующий вирус. Захиливаем. На входу собираемся. Подавление сейчас будет. Слева справа. Слева больше. Давление. Скилл, заберите ему был, который сзади долго. Слишком далеко.
использовать эту способность. Чуть я не обратил внимания. Я что, стаки терял или что? На ману лупанились, а маны нет. Помогайте, жвальку подкидывайте в кое. Понятно. Ура! Победа над Валитрией. Марали. А что там по хилу-то? Я что-то не могу понять, у меня хп вообще нет. Ну да. Ты будто... Пояс на Милика. Потерял стаки, наверное, значит. Да, значит, должен. Кому-то надо что-то шмота? Пояс. А грудак на кого идет? На мага. Лис на фаера. Понял. Нет, бабл не прожимал. Кому-то нужны эти шмотки просто так? А чё, бабл снимает? Там ещё, так, да. Кинь меня одну, я распылил. Реги надо. Смотрите, Ром. Ты до 2 минуты. Кто может показать, что меня дамажило в конце боя? Сейчас. Ворвит, лови мобов. Вы ведете? Через шотку? Будет ловить танки. Вот, бы я хорошо сказал. Как вы пьете трэш, если мы еще не здесь? Что за жесть? Синдрит трэш. Шкафчик. Сейчас ты, Линка, ну что тебе бил? А я вижу, кто-то спрятался за мобом. Будет еще трэш. Не бабу мне просил. Ты
Ой-ой-ой. Эффектно появился дракон. Ну, заберите на себя танки. Какой-то фукашки. Свидание, все. Блять, куда он полетел? Всем пока. Минное поле устроили здесь, блин. Дайте ману. КД. Ну это чё за ночик? Это чё за ночик? Фу, блядь. Так надо дать войско, наверное. Бля, что тут за парни там? Второй ещё придёт. Блин, ну надо выйти, слушай, как вы считаете? Повсюду. Блин, даже фигня у них помогает. Да я не вижу в центре лужи. Может туда отойти? Чего же Синдру сразу не спустили? Перекинь мне терогу. Шипати какой-то. Толф на того. Олег, ты шипа не пойдешь? Так тут на Синдру хилов больше надо. Да, в том-то дело, что в ретрике РДД приоритет, нежели милики, то есть хилы эмоции с обожженкой. Как не танчишь его около колонны, чтобы от Фира забегать за нее? Смотри. Опа, смотри. Опаньки, хорошо. Танки никуда не бегут. Сейчас надо хорошо хилипуют. Здорово, правда? Да. Конечно. Лайк. Погибни! Погибни! Глупцы! Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола унесут ваши души! Несут ваши души. Смертные, ибо ваша жалкая магия. Тотем стоит. Нет, пед был. Поклонскую бьет. Поклонская. Погибни! Удел. Что там у вас? Обжигающий холод, надо отбежать. Я так понял, техновайб, да? Почти. Ой, подъем. Слава, подъем. Улетел со скоростью света. Пять хилов захилим. Да. Возможно. Давай я поле полоспикнусь. Поменяй у меня рогу с шаманом 3-5. Вон, чё лежишь?
Поставь еще раз слона. Пожалуйста. СС обновляет. Кардинал, где ты? Ты надо с начала ивента. ФК стоял возле лифта. Клоунская. Надо идти пока. Не, сейчас буду кикать и покажу. Равно придется кого-то добрать вместе. Ребят, у вас ДФБ? ДФБ. Вести что, Куку Вася, хило могу брать. 10. Okay. Хило не надо. Он по-фански вернулся. Такое снижение ЕП. Ну, там оповещение на снижение ЕП стоит. По кому выбегнуло тебя? Чувак с кунтов собирает, потому что вместе с нашим андропом параллельно. Что ты говоришь? Он выключился. Давай, заходи. Что ты говорил, Кирилл? Там чувак с кнутов во время, когда ты этот рейд начал собирать, он начал собирать анбаф. Ой, этот ФБ. Ну и вот, видимо, люди путают кнутов, дарка. Заходят в РК и спрашивают, вывод на ДФБ. Ну, не знаю, не знаю. Поклон на тебя рез. Кулак по ханту. Баф по локу попал. Чек. Я готов, Макгрегор. Лето. МК. Да. Все, запускаем. Эти лапы. Там конь стоит, можно там просто здесь. Ой, поставить. Блядь, ребят, я вылечу, походу. Заходи быстрее. Ща. Кину на него боб. Кину на него боб, короче, не притянет. Это СС. Ну, я говорил, кому как СС кидать. Теперь бессильно. Все, я сам. Пятерочка 6. А, успел. Побежали. Сам крудал. Хотаем все метки, считаем все метки. Дистанция 12 метров друг от друга. Все, спрятались. О, сзади справа бежали. Глыбы до 200 тысяч без дот. Подбежали заново по центру. Подбежали. Опять. Так, левую метку 200 тысяч. Там мне 340, я смотрю. 180. Давайте, сливайте.
Вары на ХП обновите, баф. Делаю. Лимошка, дашь следующий сакру на притяжке? Ну, может, это забагался, у тебя уже 7 стак. Какого? Беги, малышка, беги! Давай, сакру. Рентабельно будет дать рост после второй взрывки сразу. Да. Чтобы мне было 3 взрывки. Ну, давайте обдутайте заново сыгру. Блять, 3 фридома кидал, охереть. Ниточки спрятались справа, бежали. Там Ренслер, по-моему, вылетел. Там бежали опять слева, падает ниточка до 200 000. Слева фул хп глыбы 400 000, 200 000 влить. Неудобно поставили слева. Ну, хороший человек поставил это. Бить неудобно, забегать некуда. Очень нехороший человек это сделал. Давайте посмотрим, кто это. Лилия, давай гимн отхил. Лилия так. Была там. Ты была, да. Ну, сейчас-то зачем петь гимн? Я же специально сказал, чтобы хп поднять метку. Меток уже нет. Давайте рост. Где ваша логика? Притяжка сейчас будет. Отбежали, притяжка, отбежали, анимации нет, отбежали. Вы не видите? Два слоупока. Тупо два слоупока. Поднимайте. Макси, поднимай поклоны Apple Box, I'm sorry. Могу, когда меняться, будем поднять кого-то. Они надо, бафайте их, сейчас начнется фаза. Все метки под босса несем. Каску по магу попало. Давай под босса, прожимай кожу. Сливай метку. Никто ничего не хлопает. Ну после второй. Зачем? Сейчас меня. Меня сейчас. Под босса кто там, не вижу. Милики, отошли метку не сливать, стаки снимаем. Метку не сливать. Ягер, ты. Кардинант под босса. Милики, отошли. Сливайте метку. Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Под босса, филипец. Великет. И... Не хлопайте, у него 30% хп. Это, лимошка, смени печать повиновения, поставь печать порчи. Ягер под босса. Под босса, куда ты метишься, влево? Все метки под босса. Сливайте метку. Давай я сниму баблом. Ты просто стой. Ага. Под босса сушлятинка. Капельку даю тебе. Я уже дал. Какой у нас хороший рейд. Метку не сливать, притяжка будет. Сливаем метку. Под босса. Милики отошли. Так, на мне освобожденка. Даю просто чешку, хильте пока сами.
под босса норка, точку прожми, точку прожми, милики отошли. Сливайте сразу. Макси под босса, прожимай кожу. Так, на меня опять освобожденка. Так, притяжка, не скоро, бейте метку. Сакру даю. Убери это под босса, его прохилить. Притяжка будет, не сливать метку. Все, можно не менять. Не сливать метку, отошли от босса. Сливаем метку. Давай под босса. Последующую метку будем выносить влево. Сливайте метку. На мне освобожденка. Следующую сторону. Трали в сторону или можно атаку. Виталик, Талик. Талик, Аналик. Так, вот на тебе лутер раздавай, я пока зайду на ШП. Так, чё, заводить там как? Сначала все заходим на лича. Надо кому кольцо? Окей. Такое уже есть, бабки валяются. Слушайте, ребят, как самый профитный спек с лужей сделать? Отчаяние не докачивал до конца? Кому ачивка нужна? Могу там уступить, может. Надо сначала убить надо. Да, надо убить. Мам, у нас просто. Кто там может уступить? МССР может уступить. Дайте на пару минут, можно? Да. Ну вот там. Сейчас твинов можно заводить на чипу. На чистый КП Филипсу заточен. А он получал уже, он один рулил? А, нет, нет, лимошка еще, подожди. Тогда лимошки передай и лимошки. Вечеринку вырвел? Да. Здорово. Спасибо. Да, ассистов подобирают вновь. Чё там за лука нарка? Лидера перенял. Бордёра это Макси. Выше это полбокс. Всё, мы будем бить лича, потом когда убьем, ты зайдешь. Ну а чё? Я не понимаю, чё сделать? Надо тебе сейчас поменять. Тебя суманут, ты офнишься. Будешь ждать, сидеть с нами в РК, когда убьют лича, мне скажут офнуться, ты зайдешь. Все. Ну давай, типа, тебе что, блин, делать? Плюсую в гильдию. Плюсую в гильдию. И переходи в другой канал. Здорово, я уже одну ролил, но я паролю. Саранча куда плюсует? Это саранча, это Войд уступает старой пожилой залупе. Фишка в том, что вы первый агрит босс. Стой. Сейчас зайду. Печенька больше никому не надо? Макрогер. Да и сманите, пожалуйста, вакера. Бля, не так падло заходить, но не знаю, ну что же. Дампир это кто? Это я. Вон там, дай машулечки пати, я ей уступлю. Ночью. Не вижу ее. Машулечка прислонит. Иконки отключаются. Если у тебя хиллбот стоит, то там во вкладке рейд выбираешь первые 5 групп. А остальные...
Убираешь галочки и все. Первые 10 секунд. Сейчас, 10 секунд. Да. Сейчас тебя сумму. Сейчас 5 секунд офф начнем. Все, офнулся сумунти мага с рази. Принять не могу. Мишулечка тоже сумоните. Сумонит я принять не могу, кнопка неактивна. Может кто-то в инсте находит? Все. И что, нужно офнуться теперь, ждать или что? Да, да. Офнуться, да. И сидеть, ждать в РК. Когда я могу пока. Кому, блин, ну я могу еще вступить, в принципе. У меня есть старая. Что там, как офнишься, скажешь? Офнулся. Ну, Шулечка, офнулась? Сейчас. Вон сонобород. Кинь ему. Офнулся. Вышло. Угу. Набор вот это пати я пивки кинем, блин. Не набирайте так просто этих людей. Неизвестно, кто им еще выступает. И потом зайдут и чей-то слот займут. Хотя им уже даже никто не уступил. Такое было уже. Что там, все релогнули? Так это ты джерил на вами. Ставьте шкаф. Поставьте шкаф. Но, холодец пришел уже. Нормально. Давайте шкаф, Фердинанд, ядер, не АФКшки. Это мне в Огри идти стан качивать? Нет. Селфиш Марон, заходи. А вот протопал бы, сгонял бы, включал. Это мое место кто-то занял? Кстати, да, Лимошка, иди вкачивай стан. Чё, Жен? Из правосудия праведник. А ладно, стан. Ты уже пятый паладин без стана. В бочках. Вара, Вася на группе лов еще. Ставлю портал в Гримар. Если что, Олег, у меня вкачан, могу тоже каждый станете. Ну да. Люди, мое место кто-нибудь занял? В отличие от этих 24 людей, я не улетаю на вальках никогда. Давай еще раз. Анка, Макгрегор, Пурдюр, Айоши, понятно, Баш, понятно, Дампир Ралли, Протанч, Дилвас, Саранча. Кто Саранче уступал? Селфиш Марон? Саранче, ой. Магнус, понятно, Гилд, этот... А Селфиш Марон, ты кому уступал место? Никому. Да, я понял. Все, Машулечка, это... Да, Машулечка, это... А, это... I'm sorry. Филиппец, заходи. Так что, мне никому не надо уступать? Видимо, нет. Ну, окей.